Сегодня я вам расскажу свой доклад на тему 2D-арта, на тему 2D-художников, куда нам всем стоит стремиться, какие требования к нам предъявляют, сколько мы можем заработать. И в конце дам небольшую подборку фишечек, которую использую как я, так и моя команда. Так, поехали. Собственно, перечень тем, я уже сейчас их рассказал. Поехали. Начнем с основ. Быстренько, очень быстренько и кратко пробежимся по основам, которые должны знать любые художники, которые хотят работать в индустрии. У меня к вам вопрос. Поднимите руки, пожалуйста, те люди, которые так или иначе связаны с художеством, с творчеством в нашей индустрии. Ура! Я дожил до этого дня. Объясню, потому что в прошлом году я общался с людьми и видел, что художников очень мало. Приходили одни программисты, которые в свободное время кодили и немножко рисовали. И, естественно, фишки рассказать программистам, ну, не то чтобы бесполезно, но как-то не особенно интересно, хотелось бы полную отдачу. Итак, поехали. Быстро, вкратце, у меня всего 30 минут. Перспектива. Ни для кого не секрет, что все в нашем мире подчиняется физиологическим таким законам, и нужно понимать физику явлений. Для того, чтобы быстро понять, мы начинаем наше знакомство с творчеством именно с перспективы, с поведением тел в пространстве. Твердые поверхности. Рисуем множество примитивов. Все в нашем мире состоит из примитивов. И уметь их рисовать, также используя перспективу, тоже каждый обязан. Свет. Должны понимать, что такое отраженный свет, что такое тени, что такое рефлексы и все прочее. Композиция. Заполнение пространства, четкие акценты, основные детали, второстепенные детали. Обалденное упражнение еще с моего института, архитектурной академии. Вот. Не знаю, многие, может быть, с ним знакомы, может быть, нет. Выдается 10 предметов, объектов рандомных. Из них мы должны составить композицию. Вот. Чтобы она максимально была интересная, красивая и заполняла пространство. Как сказал Эд Фелло, когда вы освоили правила, вы можете делать все, что угодно, даже наплевать на них, но начать что-либо без базовой структуры невозможно. Для меня человек, который не знает основы перспективы, света, построения и тех баз, которые я выдал в самом начале, ну, странный, откровенно говоря, художник, который не сможет импровизировать. Для меня художество — это определенный джаз. Сначала мы должны научиться играть по нотам, затем мы можем уже совершать какие-то удивительные эксперименты. Работа с цветом. Картинка, конечно, не совсем соответствует, но тем не менее. Художник должен быстренько понимать, как цветом обозначить объем. В дальнейшем художник должен 100% уметь рисовать текстуры. Текстур очень много. Самый главный инструмент по изучению данного знания — это ваши глаза. Гуляем, ездим, смотрим, фотографируем. И изучаем и переносим это на бумагу, либо, ну, собственно, в Photoshop. Растения. Первые объекты органического типа, которые мы можем легко научиться рисовать в виде эскизов и каких-то небольших набросков, но которые нам уже дадут понятие о хаосе. Вот. И перед тем, как переходить к анатомии, это очень полезное упражнение. Анатомия. Что мы должны знать об анатомии? Не нужно изучать
анатомический вот этот вот фолиант, вот, медицинский, для того, чтобы знать полностью всю анатомию. Мы должны понимать, где основные массы расположены, как они взаимодействуют, как они двигаются в результате какого-то эффектного позинга. Ландшафты. Лучше всего, если вы хотите научиться рисовать ландшафты, начать с офигенной документалки главного ведущего художника студии Дзибли Ога. Эта документалка рассказывает вообще о подходе к рисованию ландшафтов, о главном и о целом, и о деталях. Очень много деталей, но работа с передним планом, работа со средним планом, работа с дальним планом. Вот. Пока вы это не освоите, идти дальше смысла пока нет. Эффекты. Горение, свечение, брызги, все что угодно. Их тоже будет очень много, они будут использоваться и в иконках, и в персонажах, и в инвайроментах. И последний наш пункт — это орнаменты. Пригодятся как в текстурах, так и в интерфейсах. Где-то они используются для украшения. Итак, что же нужно знать помимо основ художнику, чтобы быстро прогрессировать? На самом деле, самое главное — это трудиться. Много-много-много. Целыми днями. Люди, которые много рисуют, они достигают огромных высот. Люди, которые говорят, я сделал 2 туториала из интернета, и теперь я могу начать рисовать, возьмите меня. Не возьмем. Люди очень боятся критики, особенно новички. Говорят, что художника очень легко обидеть, задеть. Но, ребята, давайте честно, мы в индустрии. У вас есть люди, которые видят объект в целом, проект в целом. Вот. И не надо обижаться, нужно слушать. Слушать и задавать вопросы. Вы задаете вопросы, вы не глупы. Вы хотите разобраться. Рано или поздно количество итераций будет снижаться. И, собственно, бояться критики и обижаться на нее точно не стоит. Еще я сталкиваюсь с такой проблемой, что молодые специалисты не умеют себя позиционировать. Они, ну, стандартный вопрос, что ты умеешь? Я говорю, да я все умею, я и машины могу рисовать, и... Не знаю, и фон, и персонаж, и иконки, все. Думаю, блин, ну какой ты классный специалист, а я где ж тебя все года-то искал? Вот. Но на самом деле, даже если вы новичок, скажите себе честно, что вы умеете? Я умею, допустим, персонажи лучше всего рисовать. Я скажу, ребята, лучше всего у меня получается персонаж. Что-то еще, ну, допустим, я люблю робототехнику. Ну и все остальное... По чуть-чуть. Это будет честно, вы в глазах заказчика, вашего будущего, возможно, работодателя, будете выглядеть намного более достойно, чем человек, который говорит, я умею все. То есть он не умеет ничего, он всего умеет по верхам. Вторая часть. Специализация. Немножко ускоряюсь, сколько у меня еще времени есть? Ага. Значит, переходим, собственно, уже... Какие у нас есть художники? Я их выстроил, их специализации по сложности. От самой простой до самой сложной. Я объясню, почему. Плоские иконки. Flat. Я думаю, как бы всем знакома инфографика. Я думаю, начать нужно проще, наверное, будет с нее. Для новичка... Это, в принципе, ничего сложного, да, будут итерации, ну, как бы, без них никуда. Рисуя флэт, обращаем внимание на образ, чтобы иконка была 100% понятна незаинтересованному человеку, который даже не знает, о чем вы рисуете. Вот. Едем дальше.
15 уровень. Работа с иконками. Иконки могут быть не обязательно такого плана. Это могут быть изометрические домики, это могут быть плюшевые мишки и все остальное. Самое главное — это работа с объемом и с деталями. В иконках также мы уже добавляем текстуру, вот, для того, чтобы наши изображения смотрелись максимально эффектно в своей миниатюре. Интерфейсы. Для того, чтобы делать интерфейсы, нужно не только иметь базовые понятия о композиции. Нужно слегка изучить графический дизайн. Изучить основы эргономики, почему кнопка должна здесь располагаться, а не в другом месте. Правила правой руки и все остальное. Сильно затягивать не буду. Если кому-то интересно, могу потом остаться и поболтать. 40-й уровень. Environment. Перед художниками, которые рисуют environment'ы для нашей студии, я ставлю всегда одну задачу. Самую главную, на мой взгляд. Расскажите мне мини-историю. Интересную. Чтобы я глянул на даже скетч и проникся, как будто бы кто-то сейчас выйдет. Брошенный фонарик не просто так здесь брошен. Расскажите мне эту историю. Если я поверю, мы будем обязательно развивать дальше этот арт и двигаться дальше. 50-й левел концепт-арт. На самом деле, бытует такое заблуждение, что концепт-артистом можно становиться почти сразу. Вот немножко научился рисовать. Все, ну, в принципе, что я там? Без особых деталей быстренько все накидаю. На самом деле это большое заблуждение, потому что концепт-артист должен быть безумно внимательным, творческим, усидчивым и плодовитым. Как в плане образа, так в плане цвета и объема, допустим. В принципе, можем на картинке посмотреть, какой концепт был изначально и во что он выродился, особенно в конце. Ну, я думаю, очевидно, да, что да, девушка стала из блондинки кореянкой какой-то, японкой, но тем не менее основные детали, основная база образа осталась единой. Вот за это я и ценю концепт-артистов. Они задают кучу вопросов, они рисуют кучу эскизов, но то, что они в результате показывают, собственно, то, что я хочу. И я готов передавать это уже в следующий этап разработки, когда изображение будет финализироваться. Работа над персонажем занимает у меня почетный 60-й левел. Ну, хоть как-то, я надеюсь, видно. Здесь у нас уже подключается все, что можно. Анатомия, харизма, детали, текстура. Художник, который рисует персонажей уже, ну, собственно, финалит их, к нему очень много, ну, короче, вся ответственность ложится на него. И, собственно, проблема-то в чем? Ну, нарисовать персонажа, казалось бы, ну, каждый из нас может, да? Но цена такого художника, и почему он занимает 60-й левел, допустим, а не 30-й? Он умеет нарисовать его за 2 часа. Ну, за 3. С двумя моими правками. Вот такой художник может смело занимать 60-й левел и, собственно, ну, ускорять все проекты компании и выводить ее на новый уровень. 70-й левел. Кей-арт. Если кто-то не знаком с этим термином, объясню на примере. Представьте, мы приходим в кинотеатр. Подходим вот к этим билбордам, чтобы вдохновиться каким-то фильмом. Мы смотрим на них, видим, ну, какой-то боевик, допустим. Вот это вот листовка, вот этот вот баннер — это и есть кей-арт. Это изображение, в котором есть все для того, чтобы человек, абсолютно не вникающий в эту ситуацию, сразу понял, о чем этот фильм, в данном контексте, о чем эта игра, что здесь кто делает. Сосредоточение эмоций, сосредоточение какой-то качественной графики и так далее. То есть здесь уже
недостаточно нарисовать одного персонажа и отдать его дальше. Здесь нужно продумать все от и до. И, собственно, последний уровень, который я взял, это Art Direction. На самом деле, к арт-директорам, мало кто знает, кто эта сфера их вообще ответственности. Многие люди как бы считают, что это персонаж из 99 франков, который всегда на угаре, всегда у него все замечательно, он рисует какие-то наброски, ездит, трет с серьезными дядьками. На самом деле, арт-директор — это не про это. Арт-директор — это человек, это ментор, который не только ищет команду, не только находит, он ее тренирует. Он, если что, сам становится ведущим художником. Он всегда на подхвате. Он принимает работу, он дает задачи. По сути дела, человек, который берет ответственность за весь проект, интерфейсы, маркетинг и все остальное, один человек. Это арт-директор. Поэтому, собственно, та линейка, которую я представил, она именно и шла по степени ответственности. Одно дело нарисовать иконку и отдать ее, другое дело быть ответственным за весь процесс. Итак, вот мы и перешли к зарплатам. Сразу скажу, что зарплаты я выписал средненькие, они бывают больше, они бывают меньше. Ну, в целом, чтобы вам было понятно. В принципе, все наглядно, но я поясню. Джуниор — человек, который умеет что-то рисовать, сделал несколько туториалов из интернета. Собственно, готов совершать ошибки, зарплата невысокая. Middle — человек, который берет на себя больше ответственности, который уже умеет сделать от и до, но, может быть, еще не за то время, за которое мы этого хотим. Опытный человек, который наберет, может, уже намного больше на себя ответственности, выполняет задачу в четкое, отведенное для этого время, возможно, даже быстрее, вот, и не боится брать еще. Собственно, лид — человек, который делает все, что было до этого, но, как я сказал, уже, допустим, за 2 часа. Итак, самая интересная часть моего выступления. Я надеюсь, никто не засчет это за рекламу, потому что будут фотографии разных штучек, разных программок. Я надеюсь, меня никто не засудит. Итак, поехали. Чем мы пользуемся в нашей студии? Что нам помогает? Путешествия. Ребят, если вы художник, и ваша работа не позволяет вам путешествовать раз в год, меняйте работу. Прям срочно меняйте, потому что путешествие нас, художников, очень сильно как наполняет энергией, так дает и новые образы, новые впечатления, так оно и очень сильно перезагружает. Вот все художники у нас, которые постоянно куда-то гоняют, они настолько эмоциональные, они настолько вот приезжают, давай мне побольше, я сейчас все за день сделаю. Всем советую. SketchUp. Слайды будут немножко такие разномастные, не удивляйтесь. Собственно, здесь у меня даже есть небольшая реклама на удивительную девушку Анну Лепешкину, вот, удивительного иллюстратора. Кому интересно, сфотайте эту ссылочку, забейте, не поленитесь. Замечательный прием, который используют мои художники. Она лучше его всего, просто лучше всех его здесь демонстрирует, хотя она не мой, к сожалению, художник. SketchUp плюс Photoshop. Задача — рисовать быстро, классно, изометрию. Все из нас боятся кривых линий, боятся 3D. SketchUp позволяет это сделать очень быстро. Я не знаю, мне кажется, я школьника научу за 30 минут пользоваться SketchUp. Добавляем сюда Photoshop, раскрашиваем эту изометрию текстурками. Причем изометрия там, то есть сам объект рисуется не в деталях, он рисуется в общих формах, чтобы все линии были ровненькие. Потому что мы знаем, что если одну линию хотя бы завалить в изометрии, то все поедет в тартарары. Едем дальше. Плагин Colorus или
Colorus, кому как угодно. Собственно, работа с цветом раньше выполнялась в Photoshop просто, ну, основным простым виджетом, который он есть. Потом мы перешли на данное приложение. Ну, ребят, работа с цветом никогда еще не приносила столько удовольствия. Всем советую. Упражнение из моего далекого институтского прошлого. Называется «Трансформация». Если кто не знаком, объясню в двух чертах. Художнику очень часто приходится скрещивать образы, скрещивать идеи, образовывать некую творческую фантазию, эклектику для того, чтобы сделать что-то особенное, что-то свое. И для развития воображения вот это упражнение лучше всего подходит. То есть берем, не знаю, утюг, берем обезьяну и делаем 5-6 шагов трансформации из одного объекта в другой. Удивительные фигурки. Стоят копейки, доказываются с Алиэкспресса, ставите себе на стол, и вы больше никогда не попадете в просак перед вашим начальником. Никогда не будет вот этих вот. А почему рука здесь короче, а почему нога не под тем углом? Ставите эти фигурки в любую позу, которую вы хотите, и срисовывайте, собственно, как нас учили вот с человека, да. Их можно, вот там у них такой кронштейник замечательный есть, их можно на кронштейнике сделать, чтобы они какую-то позу прям в воздухе приняли, либо дать меч и тоже рисовать. Вот. По первости новичкам, мне кажется, вообще must-have. Вот. Для именитых дядек это больше развлечение. Лайн-арт. Чему я сюда его фишки добавил? Да потому что долгое время мы работали от пятна. И фишка в том, что от пятна тоже здорово, почему нет? Но согласований было всегда больше. Прямо основательно больше итераций. И я задал себе вопрос, ну почему, художники же классно рисуют все, но заказчику, продюсеру иногда важны те детали, которые он хочет увидеть, а не которые мы ему готовы предложить. Поэтому мы быстро теперь накидываем эскиз, быстро согласовываем и сколько, ну, разумно, естественно, времени можем его полировать. Все детали видны сразу за, не знаю, 20-минутный эскиз. Сокращайте итерации, ребят, это очень важно. Pinterest. Опять же, вспоминая свое замечательное прошлое, могу сказать, что в академии нас учили работать с аналогами. Да, мы можем изобретать велосипед бесчисленное количество раз, но лучше посмотреть, я не знаю, скопировать себе на рабочий стол 20 гоблинов и изобрести какого-то своего, уже ориентируясь на этих, чем пытаться изобрести какого-то безумного, какого-то супер-мега-крутого гоблина, которого еще никто не изобретал. Это промышленность. Мы должны делать быстро, качественно. Зеркальте. Для многих это, собственно, ноу-хау. Казалось бы, вроде все нормально, но что-то не так. Отзеркалил, опачки, ты все увидел. Ты прозрел. Все ошибки в построении стали очевидны. Не забывайте об этом. Ну и последняя фишка, о которой я хотел бы вам рассказать, это, собственно, замечательные, неповторимые два альбома, еще произведенные. Я уж не знаю, там, конечно, не в Советском Союзе, но где-то в 2000-е. Вот. Собственно, как рисовать комиксы. Два небольших альбома. Мне кажется, вот каждому новичку для позинга просто тоже must have. Эффектные позы. Почему так, а не иначе? Композиция. Построение фигуры лица, всех разворотов, поворотов, каких только можно. Изучите, купите, а лучше скачайте. В интернете я точно искал, я тоже точно находил для своих сотрудников. Всем спасибо.